И всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Гусанёк, Серега, Пингвинус. Пацаны, поздоровайтесь. Привет. Приветики, омлетики. Всем привет. У нас сегодня очень крутой ролик. Это аниматроники пугают охранника. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал. Ролики выходят каждый день. Вот Чика, это тут гром. Чика уже пришла? Ну вот она там стоит в коридорчике. Ну дай проверю. Пройду и проверю. А! Господи, Серёга! А чё мы не увидели? Да ну мы подались тебе специально. Ну, видишь, мы проверили тоже, да? Ха-ха-ха! Да блин! Чё так сложно? Серёга, ты какую-то ночь там выстрелил? 99-ю? 500-ю. Закрывай! Помогите. Молодец! Ха-ха-ха! Пингвин слился. О! Ещё пришёл! Так, Чика стоит. Всё. Давайте переключим на Фокси и будем Фокси всегда чекать. Давай. Ну, даю. Что сделать? Хлеба. Закрыли? Молодцы. Да, я закрыл. А камеры, да, немножко отстают, я так понимаю, как в тот раз? Не всегда как-то с камерами здесь проблема. Вот эту камеру надо нам включить, и тогда будет Фокси. Я боюсь левую дверь а вот. Все, ждем, сейчас камеры догонятся. Во, все. Во, Фокси бежал. Все, ребята, я уже выучил все тут эти штуки. Все, ушел. А вот такой вроде стоял по карте, это очень странно. Может, камера отстает? Ой. Такое возможно? Да. Тут Фредька. А ну дай я посмотрю. А ну дайте я побегу, вы скажете, я есть на камерах или нету? А ну ты возле... Я возле Фокси стою. Нет, тебя не видно. Все, я понял, камеры заглючило, ребята. А это Серега, наверное, нажал глюк камер, да? Такое есть вообще или нет? Было бы прикольно. А! Ой. Я живой, Серега, мы обманули систему. Я в это... Ой-ой-ой-ой-ой! Пацаны, вы что, двери не закрываете? О, все прошло. Да Серега жесткий. Блин, да мы же думали, что будет легче чуть-чуть на 1%. Ну это же честно. Откройте левую дверь, да, я захожу. Открывай. Так, Фокси стоит. Ну Фокси теперь будет постоянно стоять, мы не сможем его узнавать. Это все работает здесь. Опа. Фиолетовый. Бонька. Там еще Бонька стоит сзади. Да сколько их там, Серега, ты че, всю команду прислал? Давайте откроем, все равно не убьет. Я уже боюсь скримеров на этой карте. Реально жестко сделано. Очень. А то они кричат. Ну да. Ребята, мы скачали на эту карту все звуки. Мы теперь будем каждого аниматроника и все, что вообще касается FNAF, мы будем все слышать. Дима, музыкальную шкатулку не забывайте. О, подкручу. Да как ты закрыл так двери? Увидел его. Молодец. Давайте попробуем эту камеру включить. Уже с опозданием она включится. Так, а там есть кто-то? Давайте стул там удалим. Там только что Чика была. Этот стул вонючий, мешает нам. Так, видите? Отлично. Там кто-то есть, Дим? Да, сейчас, подожди, я еще раз посмотрю. Не, никого нету. Ох, вы молодцы. А! Закрывай! Ну блин, да как нереально дверь открыть? Ну, как это пройти, Серега? Да это вообще очень сложно. Так, Бонька стоит. Все внимательно. Мы сейчас по-любому должны не проиграть. Давайте, если мы сейчас в течение. А сколько? Давайте его засекаем 10 минут. Если мы 3 раза проигрываем, то Серега выиграл. Согласны? Да. Ну да. Все, время пошло. Вот 4 минуты. Фредька. Запись. Вот 4. Если есть 14 минут, мы 3 раза поиграем за это время. Все, Серега выиграл. А если не проиграем, то мы выиграли. Гениально. Аниматроники не смогли нас убить. А что у нас за щелканье идет? Это шкатулка. А ты шкатулку заводишь, чтобы она не вылезла? Да. Вот это жесть, только не открывайте двери нигде. Подождите, тут Бонька стоит. Он вообще собирается уходить или нет? Так. Так, все, вроде завел. А в чем прикол? Он же этот, энергия не тратится. А Фредди ушел, подожди. Просто он в тот раз... Серега, у нас энергия не тратится. Может какую-то ночь нажать нам активировать или не надо? Ну давай, могу. Давай первую ночь, чтобы было легко. Именно по сути ты нажимал кнопку. А тут нету. Есть. Два я активирую, я знаю. Смотри, у нас есть просто. Вот, подожди. Сейчас. Вот старт.
Это тоже не то. You can't mod есть. О. А вот, я нашел. Все, сейчас будет первая ночь, смотрите. 3, 2, 1, 0. Потемнел экран? Да. Все, я наизусть уже эту карту выучил. Все, теперь у нас будет отчет времени идти. Во, видите, даже этот заработал. Челебиздрик на телефоне. Все, пошел. 12. Время у меня отображается. 12 АМ. Все, будем по этому времени. Это около 8 минут эта ночь идет. Ого! Это точно первая ночь? Точно первая. Я вот это хотел спросить только что. Ну, видишь, у Сереги это первая ночь. Ну, и может, надо убить нас? Так, энергия теперь садится. Мы не сможем долго держать двери закрытыми. А Серега теперь может постоянно делать что-нибудь, стоять? Ах ты хитрый! И что делать нам? Как мы выиграем? Выиграйте. Выиграем, да? Ну смотри. Да что, Бонька не уходит? Ушел. Ушел. Открывай. Да, Серега, дай нам хоть передохнуть, то у нас тут воздуха мало. Еще кто-то испортил воздух. Это пингвинус. Пингвинус. О, там Чика. Так, еще ни разу не умерли. А, вы же чекаете Фокси. Фокси. У меня нормальная реакция. Да? А, я застрял здесь в ком-то. А, кто со мной? Так, давай попробуем на Фокси направить камеру. Блин, они здесь не работают. Там должна стоять какой-то аниматроник, но там это какая-то фигня, которая... Если пересечься с ней, то ты застрянешь. Ну да, есть такое. Так, час ночи уже, отлично. Час прожили. О, закрывай. Молодец. Отлично. Так, здесь тоже должна быть какая-то штука невидимая. Вот она есть. Это, короче, места для аниматроников, где они должны оставаться. Руку Фокси поднял. Чика с правой стороны. Так, сейчас, когда будет Фокси бежать, я скажу. Так, мы должны пройти эту ночь, да, пацаны? Ну, да. Естественно. Ох, они идут. О, две чики. А это реально закона две чики? Да. Три аниматроника. Давайте посмотрим шкатулка. Так, шкатулка тут сидит. Чика ничего она не делает. Она просто сидит. Так, здесь что у нас? Буду вам, пацаны, расстановку говорить. Ребята, не обязательно, чтобы мы трое умерли. Просто три смерти засчитывается и все. Ушел! А, в животе застрял. А, да что ты делаешь, Серега? Вот это ты жестко там кнопка. Ты что, все подряд жмешь? Или ты какая-то тактика есть? Это тактика. Ты ее придерживаешься? Да. Два я Боньки. И это прикольно. О, привет. Да-да-да, я ж смотрю. А чё по два человека тут приходит, по два аниматроника? Смотрит на вас. А, бежит Фокси, закрывай! Фух, молодец! 2 часа ночи, уже 2 часа хорошо прожили, молодцы! Гусонёк, ты не обманул по поводу этой... твоей... реакции своей. Да. Хотел сказать, энергии. Ух ты, всё! Серёга, раз подловил нас. Один раз есть. Еще два раза, да, и мы сольемся. Ну ё-моё. Фокси руку поднял, пацаны. Ох ты, атакуешь. И он что, вошел в азарт? А, нормально, два Бони. Один смотрит на меня, а второй... Так, а две чики тоже нормально? Он две чики стоит. Одна в коридоре, одна возле окна. Так, Фокси бежит, пацаны. Закрыта дверь. Молодец. Так, все, он и вернулся, телепортировался. От заразы какой, а? Так, посмотрим. У нас тут еще есть той аниматроники, но они что-то не активируются. Они, наверное, не в этой ночи активируются. Они в You Can't мод активируются. Понял. Так. Прогуляемся здесь по пиццерии немножечко. Посмотрим, где что здесь. Я иду в офис. Пацаны, постараюсь попасть в офис сейчас. Ой. Откройте мне правую дверь, я сейчас зайду. Я открыл, Дим. Да. Есть. Отлично. Закрывай, да. Не буду мешать тебе, гусенек, потому что когда вдвое нажимают кнопку, может заглючить.
Так, 2 часа ночи. Отлично, отлично, тянет. Закрывай. Закрывай, закрывай. Ох ты, ё-моё. Так, у нас уже энергия подсела довольно-таки неплохо, Серега. Скорее всего, что ты можешь даже выиграть нас. Шкатулка. А если энергия сядет, мы с офиса не имеем права выходить. Давайте, чтобы было по-честному. Будем выживать, так. Я с офиса вышел, когда была энергия. Ты смотри, двери нам ломать, уходи. Так, попытаюсь... Два раза! Пингвинус! Там не было Фредди. Так, все, пингвин, за этой дверью я слежу. Да, ну давай это не засчитай, мы не успели зайти в офис. Это не считается, ладно. Все, ребята. Так, за дверью теперь я буду следить. Пингвинус, ты подсказывай, где кто? Знаешь, почему пингвинус, мы умерли? Потому что, когда уходит аниматроник, надо еще ждать пару секунд. Секунды 3-4, потом только открывать двери. Как-то вот так вот скриптовано здесь. Не работает камера. А, да, хорошо. Получается, у нас двое дверей и один шкатулку клоцает. Так, ну что, половина ночи прошли, и одна жизнь у нас осталась. Одна жизнь. Это очень сложно, ребята, очень. Внимательно ждем. Энергия не тратится. Энергии уже много село. Блин, ну совсем чуть-чуть. Опять пришел фиолетовый Фредди. А, если этот стук, это значит шкатулка заводится, да? Да, щелчок такой, да. Ой, я застрял. Опа! О, пасхалочка. Так, никого нету, открывать. Да никого не было! А это не у меня? Так никого ж нету, смотрите, нет аниматроника. Вот а я о чем. Понятно, аниматроники читеры, бань их, Дим. Мы что, проиграли? Ну да. Из-за того, что аниматроники читеры. Ну давайте еще довыживаем все-таки до утра. Серега, ты победил, аниматроники выиграли. Сейчас тогда я усложню вам немного еще. Ну давай, хардкор, давай. Так. Опа, а что это? А что ты нашел? Это кент-мод? Нет, это более сложнее, это сложнее даже. Да? Нам 9? Ого. Ого. Ой. Ого. Это что за бред, ребята? Это очень жестко, очень. Это прям... Сколько вас там понаплаждалось? У Сереги такой смех прикольный. Ой, давай я тебе знаю, что делать. Что за прикольные скримеры такие? Так, Фредди. О! О, что ты там ходишь? Видишь меня? Да. Я боюсь умереть. У нас энергии сколько там осталось-то? А все, сейчас энергия кончится! А не, она еще есть. Ты просто не под тем углом посмотрел. Hi. Да, уже вроде как на нуле. И что, заново полная стала, да? Да, полная. Так я обновил. А, ну время, у меня 4 часа утра. Все отлично. Ой-ой-ой. А вы не открывайте двери, все, давайте закрытые пусть будут. Давай реально закрытыми. А что делать? Да что такое? Все ломается, дрожит, трещит. Ого! Вот это жесть! Ребята, не забываем обязательно подписаться и поставить лайкосик. Да что там происходит? Это нереально, ну как пройти? Даже на стене там что-то написано, it's me. К нам Фредбер пришел. Я его нафиг послал. Смотрите. Гусь с топором, ну. И фонариком. Смотри в экран, Дима, там. Той Фредди. Да я вижу. Что, у нас камеры заработали? Да. Походу. А, нет, что-то я вот переключил на Фокси. Да хватит ломать калитку нам. Через раз, наверное, работает. Чика там на кухне. Они опять сломались. А что у нас время пропало? Должно же время идти. Так это you can't. А было время, у меня 4 часа отображалось. Уже 5. Давайте проверим. Да что творится, смотрите. Они просто окружили нас, со всех сторон лезут. Я не хочу дверь открывать. Нет, мы не будем открывать, что черви вот то. Там только да что ё-моё. Эти плащи были. О, камера переключила. О, отключилась. Вот Фокси. Нажимаем на Фокси.
О, смотри, глядит нам в камеру. Вот это жесть! Очень сложно, очень. Сейчас будет еще сложнее. А что ты там нажал? Узнаешь. О, Чика пошла. Как же дверь открыть нам, а? Никак, Дима выбежать хочет, да? Да я бы хотя бы просто подыхать воздухом, а нельзя никак. А чё, напердели в офисе, да? Ну, пингвинус, как всегда. Да ну никак не выжить! Ё-моё! Да как выжить? Ладно. Ладно, и пришел опять Фокси стучать. Это ладно? Ладно, еще сложнее режим. Вот это уже не я, это он сам пришел. Ну все, переключай жмяка, дай мы хоть двери откроем. Я не нажимаю уже, все. Да, ну они стоят тут все. А, ё-моё. А, это ж Юкенд моды, поэтому так и сложно, да? Да. Всё, можно открыть двери? Давайте, пацаны, попробуем. Нет, Дим, не надо. Если сейчас вы умрете, то пингвинус пердун малолетний. Не надо, не открывайте. Нет, двери. А мы не умерли. Значит, Серега, ты пердун. Дима, лучше убегай сразу. А! Да ну что? Ну что мы? Ну что мы? Эх, Дима. Да я поддался. Сережа, а что ты тут жмешь? Ах ты зараза, блин! Я хотел нормально там тебя пристрелить. Ладно, ладно. Вот сегодня Серега реально победил. Знаете, бывают ролики, когда охранники выиграют, но это тот ролик, когда мы не смогли. Серега, ты лучший аниматроник, управляльщик аниматроников. И всем привет, дорогие друзья. С вами Дима Скуёка, Черное Жерло. Фифло, пацаны, поздоровайтесь. Ассаламу алейкум. Алейкулята. Сегодня у нас очень классная рубрика «Аниматроники пугают охранника». И я буду сегодня играть за аниматроников. Пацаны будут сегодня страдать и молить о пощаде. Если пять кушать, мне аппетита, а мы начинаем выживать. Идемте нажмем кнопку, чтобы у них энергия садилась. Вот только за у них энергия не садится. Слушай, сейчас мы нажмем. Офигел. Смотрите. Не-не-не-не-не. Энергия садится, да? Нет. Да. Во! Дима. Во, все, пошло. Ой, закрой! Ну так, на всякий. А ну-ка посмотрим, как у них энергия быстро садится. Ну что, пацаны, теперь вы долго не сможете закрытыми дверями быть. А, ё-моё, да, тратится. Я думаю, нет. А ну кэш отсюда. А ну на всякий. Ёка, что ты, не энергия не тратится, ты обманул меня. Алло. Ах ты барсук, я тебе сейчас да скажу. Нет, тратится. А, я вижу просто только край из-за картины. Не-не-не, тратится. Отлично, отлично. Все, Дима, сейчас я буду их обманывать, смотрите. Первый обман пошел. Дима, это не так работает, мы умнее. Да? Ну, по идее. А, ты невидимка, Дима. А вот я и обманул вас. А что ж вы хотели, ребятушки? Это нечестно. Ну как это нечестно? Вы фонариком должны подсвечивать и видеть, что я вот тут есть. А, ну хорошо, ладно, буду играть по-честному. Начнем с медленного, ребятушки. Потихонечку. О, зашел, смотрите. Ой, извините, я... Ой, а это Бобр. Ты что, энергию включил? Бобр, добр, здравствуй. Как эй, ты? Он энергию вроде бы как включил. Как дела, Дима, как жизнь? О, ты что такой страшный? А, блин, не включали вы энергию, блин, я сбросил вам энергию. Ай-яй-яй-яй-яй, хорошо, хорошо. Вонючая лисица бежит. Ой, а ты чё это? А где все, я не понял, чё вы чё, шкеритесь где-то? Да. Мы аниматрон, всё, ВБ. А ну стоять! Да блин, я думал, вы опять энергию выключили и клацаю вам кнопку постоянно. Ой, тут так прикольно. Давайте здесь походим немножко. Где этот фуфлоед? Так, так, сюда нельзя пройти. Ну-ка. А я думал, тут есть коридор сюда? Такой длинный. Нет, это не на этой карте. Да вы задрали, надо сидеть вам в комнате. Все, я сейчас сделаю так, что вы будете сидеть в комнате. Ребята, я разозлился очень сильно, смотрите. Не надо. Да, и это скажете спасибо Куёке, что я так делаю. Ну все, Куёка. Ну а что, Куёку? Да-да-да, слушай внимательно. У тебя нету в туалетной бумаге? Дима, я так подумал.
придумал? У меня нету в туалетной бумаги, что ли? Дима, я прям сейчас на твою жопу смотрю. Дима, я прям сейчас... Нет! Зря, Дима! зря. Нет, ты не успеешь добежать даже. Вот так вот, ребята, нельзя. Нельзя, сегодня я злой. Я готов всех мочить. Отпустили меня. Ребята, не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся снять что-то веселое, классное, которое залетает в тренды. Не хотите, да, открывать мне калитку? Дима, я прям сейчас на твою, это, железную попу смотрю. Уходи. Дима, ой. Я не хотел, я думал, дистанции не хватит, это виноват. Короче, кого буду видеть вне офиса, буду сразу мочить, сразу же. Только в офисе сидеть. Уходи. Ты-то не видишь, чтобы у вас энергия садилась? Или садится? Дима, что ты мне сделаешь? Я вышел из офиса. У Лёка садится энергия или нет? Да, садится. У нас половина осталась только. Какая половина? Ты что? Где этот железный человек костянож? А ну, дайте. Дима, я... блин, еще чуть-чуть не успел, Чтоб чуть-чуть. Ну ладно, я вам поддаюсь. Ну, чё вы? Дима, просто профессионал. Не, Дима просто ботик слитый. О, я знаю. А он, кстати, фуфлоед. Так что иди туда, фуфлик. Фуфлик. Ух ты, фуфло. А он ползет, эта крыса, или нет? А, не, я хожу, кстати, там, по большой пиццерии. Там есть столы стоят. Я жду, чтобы у вас энергия села. О, привет. А где третий? Сбежал. Все. Какой ёк из них? Тебе нельзя сбегать. Открываю. Открывай, Куёка. Давай, заходи. Ну зря, Куёка. Всё. Я маракет. Закрывай две двери. Ой. Куёка! Ты бесишь. Да, дай вот так. Ай, да ты бесишь. Я теперь выйти не могу, я застрял здесь. Я пойду через левую дверь. Нормально. Ой, Дима, тут пожар у нас. Пожар? О, привет! Эй, Куёка, черти локс! Нельзя, ты чего делаешь? Да вы голимы, это нельзя так делать! Я буду жаловаться! О, привет! Не убежи, смотрите! Красиво я его догнул! Дима! Ты че, Дима? Да вы чего? Мы так же как? Я ж вас никогда не выиграю! Нет! Мы просто профессионалы, Дима, ты нас никогда не выиграешь, мы просто крутые. Очень. А ты какой-то... Ах ты тварь! Ну ты задрал! Ну как с тобой играть? Ну Куёка! Ну, ребята, они не оставляют выбора, как брать очень мощного аниматроника и всех просто мочить. Ну все. Дима, мы тебя будем тоже убивать. Вы меня разозлили. Дима, я готов. Хорошо, готовься. Давай. А вот... Куёка, ты что сделал? Куёка, впусти меня! Все, ребята, режим терминатора успешно включен. Ой, это ты зря. Зайди! Закрой! Все, я открываю в ближайшие 50 лет. Ой. Вот теперь я могу быстро бегать. Извини, это за те разы. Вы мои пиццерии подожгли. Это все значит ничего? Это все я. Ну все, теперь я буду очень сильно следить за кнопкой, чтобы вы ее не нажали. Все, Дима, я тебя убью. Ты мне надоел. А вот я тебя... Не знаю, что это. Я не могу так сделать. Я тебя буду убивать. На, Дима. Не знаю, ты Ой. Управлять. Блин, патронов. Ой, я случайно бомбу заложил. Ой. Ну я очень сильно буду злиться. Ну все, злюка ты наша. Дима, я случайно бомбу заложил. Ой, случайно. Ну зря. Ну вы будете умирать. Раз ты заложил бомбу, вы умрете. Если вы умрете еще 4... Давайте, 3 раза умрете за 5 минут, я выиграл. А если я умру? А ну я в принципе никак не умру, у меня очень много жизни. Дима, я охотник. Вы чего наделали? У меня горит пиццерия здесь. Ой, красавчики. Че, живые? А если ты умрешь? Ну что? Не умру я, у меня очень много жизни. Так если ты умрешь. Это жесть, смотрите, что они наделали. Тут просто все горит. Достал админский пистолет. Не, давайте без админских. Ладно, Дима. Дима, нормально тебе вступаешь? Ну нормально. А че ты мне. Чем ты стрельнул? Секретное оружие. Иди сюда.
Иди сюда, на, лиса. Вот такими темпами мы-то тебя убьем, Дим. О, у тебя 3000 кп осталось, Дима. Сейчас ты лошкедом станешь. На тебе, Дима. А где ты он? Ты чё, 10000 кп? Ты что, сумасшедший? Дима, я сейчас как пёрну. На, накордел. Ой, я случайно, ай. Чё за дебилизм? Да что так больно? Ой. Чё, у вас там, пацаны, энергия садится? Да, конечно, Дим, у нас тут все горит. Ой, вы молодцы, что выкинули гранату. Ты опять за свои? Ах ты, хорошо, ребята. Дима. Они меня вынудили взять этих аниматроников. Нет, Дима, не бери, пожалуйста, это. Ну что, Куёка, теперь твоя просто взрывчатка ни о чем мне не скажет. Какая взрывчатка? Это не я взрывал. Ну не взрывчатка, что ты там стрелял по мне пульками вонючими. Извини, обстоятельства. А чего я умираю? А тут вы кидали красные гранаты. Ну что, я думаю, вы уже по два раза умерли или нет? Наверное, все-таки я победитель в этом ролике. Я чувствую, что я уже побеждаю. Вы еще кидаете гранаты и сами себе хуже делаете. Ой, молодцы, молодцы. Угол лампочки колбасит. Горит и горит, и никак не может. Это война. Какая война? Против меня? Нет. Вы что, друг против друга, надо против меня воевать? На, мы тебя убьем, Дима, понятно? Понятно, понятно, на тебе за это. Невидимкой стал, офигеть. Ну, чтоб Куёка меня не убивал, не на. Да, блин. Я хочу выиграть, ребята, но в этом ролике я должен по-любому затащить. Иди отсюда, Дима. Блин. Нет, ну ты... А вы задрали кидать эти штуковины. Оно уже просто засрато здесь. О, тухнет. А это кто? А это фуфло. Вы чё делаете? Вы разрушили пиццерию мою новую. Да, Дима, починишь, починишь, не бойся. Черт волосатый, фу. Так, давайте попробуем все-таки кого-то убить. Кто там кидает? Отлично, отлично. Ох, это чтобы вы не кидали больше свои вонючие гранаты. Все. Я тебя сейчас вот так вот... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. У тебя 1 миллион хп там. Ну да, я специально взял аниматроник, 1 миллион хп, чтобы вы не могли меня убить. Сейчас мы ей как взорвем, что ли? Отлично. Все, Дима, тебе конец. Я ж его вижу. Ну я вижу тебя, но ты зажал кто? Ах ты зараза такая, а? Кого именно видишь? Но человек зашел невидимка здесь. Успел сюда, я его видел. Но я видел невидимку. Это я буду очень сильно злиться, если вы будете так делать. Но я уже злюсь и так сильно. Я убью аниматроник. Да, говорю, что убьешь аниматроник, убиваешь меня. Молодец. Ой-ой-ой-ой-ой, вот кто был у нас невидимка. Куёка, это уничтожить тебя с первого удара? Если да, то... Ну что, я иду их уничтожать. Да, это... Отлично, отлично, ребята, не получилось меня уничтожить. Дима, я засел. Я оружие, блядь. Ди, кто включает свет? Вы... Это я нажимаю специально. Ну, ребята, вы не умеете играть, ну Куёка, ну разучились, ну мы что поделать? Умеем, ну не умеешь играть, то не играй. Ну слабо играете, ну слабо. Все, все, ну ты напросился, Дим. А ну, стой. Давай, иди сюда, ну, я тебя жду. У меня сейчас жопа будет. Ой-ой-ой. Это что, админский пистолет? Это не админский пистолет, это другое. Это не. Это супер! Это петушара! Ты взял под свой характер пистолет! Я под столом сижу, а тут такое что-то творится нереальное! Все, мы тебя убили, Дима. Ой, горит все! Отлично, молодец, Куёка. Ой. Моя школа. Ой, Куёка, пропусти меня, Куёка. Ты что творится? Успокойся, псих! Вот это жесть! Дима! Сейчас у тебя еще больше... Лагает, Куёка, сейчас улетит Гарри Смот из-за тебя! Есть! Побыстрее! Куёка, очищай карту! Есть, есть, не надо ничего очищать! Я просто вас буду нагибать всех и мочить! А мы в друг-друге застряли, Куёка! Ну, молодцы! Лагает. Так, ребята, я, короче, иду сюда вниз. Я сделаю сюрприз пацанам сейчас. Дима, не надо нам сюрприз. Не надо, надо. Я делал так сто раз, не бойся. Надо. Так, Entity, HB Bombs.
Нет! Дима! Сука, попробуй! Все, бомба активирована. Если вы ее взорвете, то это вам жопа будет, не мне. Да? А ну я пошел ее. А что за звуки пищания? Это я делаю, понятно тебе? А где бомба? Она? Нет. Она в подвале. На тебе за то, что ты ее актив забрал. Еще одну бомбу ложим. Забрал. Бомба активирована. И еще одну ложим, на всякий случай. Бомба активирована. Все. У вас есть 10 секунд. Или я взрываю бомбу. Только не убивай, Дима. Время пошло. Не убивай, Дима. Ёлка, бомбу взорвешь. Ничего страшного. Есть. Я так и не понял, кто выиграл в этом ролике. Мы выиграли. Ну пусть напишет. Кто смотрел этот ролик до конца, напишите обязательно в комментариях, кто в этом ролике победил. Аниматроники, охранники или победила дружба. Всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Васаби, Профит, Гусаняк, пацаны, поздравайтесь. Привет. Всем привет. Всем привет. Давно у нас не было рубрики прохождения FNAF 2 с режимом сюжетка. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем прохождение. Ну что, нажимаю я кнопки. Нажимаю все сразу, да? А вот эта вот кнопка, насколько я знаю, недоступна. Уже? А я прошел, смотрите, меня не убило. Дима, опа. Ты вернись, давай. Давай, попробуй вернуть. А я вернусь. Я вернусь, смотри. Дима, вот Бонни ушел. А Бонька стоял даже? Да, Бонни ушел, все. Так, будем очень осторожны, очень. Я не буду выходить с вентиляции. Или я выйду, мне ничего не будет. Смотрите, я сразу иду сюда, к пацанам. Дай зайду. Или выходи, или заходи. Кстати, а чего больше не убивает никого, Мангл? Так прикольно, гусь с топором и с фонариком. Где вы еще такое, ребята, увидели? Это реально круто. Нет, Фредди. Фредди. Так, заходим. Классная сюжетка во ФНАФе. Особенно во втором, очень необычно все сделано. Ушел, выходите. Выходите, пацан. Такую толпучка. В смысле, выходите, а ты последний выходишь, чего боишься? Да. У нас сегодня, видите, играет смерть, Гусь и Рик. Вот давайте камеры поклацаем, у нас же камеры работают. Какую камеру включить? Может, вот главный зал тут включить? Камера где? Ой! Камера где? Мангл. По очереди, ребятки, не спеши. Жопы толстые не влазят. Класс. Так, идем. Там есть кто-то? Там Чика. Чика стоит. Пацаны, попробуйте пройти, никто не боится. Она спиной не убивает. Да я знал, что она убивает. Просто немножечко пацанов потроллил. А я думал, вот это оружие тебя потух. Не-не-не-не-не. Давай вот так вот. Да что ты рассчитывал, я так и не понял. Это жесть. Не, я еще, кстати, ни разу не умер. Напишите, ребята, в комментариях, проиграю я в этом ролике хоть раз или нет. Мне кажется, что ни разу не проиграю. Я ставлю на то, что проиграешь. Вот посмотрим. У нас же еще есть фонарик на столе. Он работает? Да. Работает. Только тускло очень. Ну да. Подсевший уже аккумулятор, надо зарядить. Пауэрбанк кто-то брал с собой? Не, нет. Ой-ой-ой. Это шкатулка? Бежим. Да, быстрее, быстрее. Заходите, заходите. Ух. Я когда закажу последний, я же немножко ноги поджимаю. У меня сжимаются булки. А где она? Вы ее видите? Нет. Оно о, выпрыгнуть. Давайте сделаем кое-что прикольное. Так, сейчас я вам, выйдешь, ребята, покажу. Ты выйдешь за дверь? Нет, нет, нет. Дверь... А. Дим, посмотри, какую вся башка. У нас теперь невидимая дверь, но при этом она защищает нас. Дим, посмотри, как у гуся башка двигается. У нас такое ощущение, что оно у него на резинках от трусов. Ладно, я не боюсь, я выхожу. Не бойся. Реально. Она ушла, конечно, ты не боишься. Я в туалет хочу. Давай, иди. Я вижу, как ты умер. Я передумал. Передумал. Все, сходил в туалет. Опа! Ой, двое сразу. Отлично, отлично, заходим. А колеса поломаете. Саня. А все, Саня.
Все, ты не зайдешь, ты должен. Мы пожертвуем тобой, ты будешь это, живец у нас. Кстати, я читал в книжке одной, что аниматроники любят гусей. Че, не хочешь быть единым? Ого, сколько их там пришло? Двое? Да. Кстати, поставили бесплатный суп. Все, выходи, не бойся, она уже не убивает, она первое время только убивает. Давай, Саня, подходи. Я тоже выйду, смотрите, я не боюсь. Маски одеваем. А что ж такое? Калитка заедает. Она же не убьет, она первые секунды только убивает. А ты подойди, проверь. Не. О, смотрите, кто там был в вентиляции. Чика лезла. Все, исчезла. Все, ушла. Все, я пойду в туалет. Отлично, ребята, тащим. А вот тут сейчас кто-то будет в вентиляции. Потому что нельзя пройти. Опа, я слышу, что есть вентиляция. Бонька? Да. Он не убивает. Он просто пугает только. И убьет нас. Чтобы подойти ближе и убить. Не-не-не, он не трогает. Я знаю, да, что это добрый очень Бонни. Давай, подойди. Коля, смотри, проверь. Он улыбается. Он наш корифан. Ну, я прямо... Ё-моё, я сказал! Я дёрнулся. Он наш корифан. Вы что, у меня в реальной жизни минус 50 хп. Дима, ты умер. Я поддался, я специально. Да, если честно, я не знал, что я умру. Я думал, что он кого-то другого убьет. Я вообще не знал, что не убивает сразу четверых. Так, идемте обход делать. Уже прошло как раз время для обхода нам. Идем в туалет, не хочется? А идем, сходим. Пошли прогуляемся. Давай, ты в женский, я пойду в мужской схожу. В смысле, нет. МЖ мадамский и джентльменский. Да ты иди. Нигде не написано, где. Все, я в джентльменске. Все, давай. Фредька. Да можно пройти? Можно, смотри. Да. Нет, да. Смотри. Нет, не рисуй. Вы вообще не знаете эту часть, я знаю. А назад вы уже не пройдете, туда уже она не пустит вас. Она шопы убивает, пердежок. Что это за убийство задним местом? Опа, балунбой. Но он не убивает, кстати, он только фонарик забирает. Поэтому бояться его нема смысла. Фонарик нам не нужен. У нас свои. Отлично, ушел. Тащим дальше. У нас васаби держит дверь, Дим. Он не даст нам зайти. Ой, тут чик. Отойди, я помогу. Удалишь. Беги. Ты что хотел? Но мы не пройдем? Все. Отлично. А мы, она не убивает. Так, о, телефон нажали? Вот такой телефон? Я вентиляцию уйду, она не убьет вентиляцию. Отлично, Аня, давай. Зайди ко мне. Дверь закрой. Все, один мы не впускаем, ни при каком раскладе. Вы меня не пустите? Да, все, это наш дом. А, вот так, значит, вы со мной заговорили. Хорошо. Конфетки, и ты наш. Ой, тут кто-то мне мешает, тут невидимая стена получилась. Серьезно, не могу выйти теперь. Это очень странно. О, Чика, вентиляция. Там Чика стоит. А я выйду, она меня, кстати, не убьет. Смотрите. Я даже уверен. Она добрая, это аниматроник Сами. Добрый. Видите? Ха-ха, она не убивает реально. Офигеть. Дима там подговорил. Не, она просто реально не убивает. Смотрите, я прям сквозь нее могу проходить. Тут дверь зато закрылась. Ждем, пока дверь откроется. Да, нельзя пройти. Профит, давай лучше для безопасности к нам. Дверь можно удалить? А дверь можно удалить, но я этого делать не буду. Ладно, пройду. О, тут марионетка, уходим, парни. Как ты делал? А вот она пришла реально. О, сейчас марионетка, Дима, будет. Да? О, я иду, я ее люблю, кстати, марионетку. Она ушла уже, все. А я выйти все равно не могу, что такое? Привет. О, я вышел. Может, что нет? А там дверь закрыта, и там Чика стоит. А, забагал. Давай я удалю запер, дверь. Запер. Иди, подойди к ней, подойди. Боишься? А чё я первый? Прозрачная. Она просто здесь стоит, как бы чекает. Здесь кстати, тоже кто-то из аниматроников должен стоять. А нет, никого нет. Вот мангл. Сломали на весь мод. Она в поломали. Она в вентиляции. А здесь кто-то стоит? Ой, здесь Чика стоит. И Бонька тут стоит на столе.
Идите посмотрите. Фредди, Дима. Не, вот Донька на столе стоит. Где? А. Вы прошли уже комнату, вот смотри. На подарочке. Фредди не двигается вообще. А ну-ка. Не, они просто когда в этой комнате, они не убивают. Ну конечно. А кто там стоит? Да идем, Фредди, не он бойся. Вообще не двигается. Ну они, знаете, как затишье перед бурей. Привет. Знаете, что резко оживает и вас мочит. Я вот это буду смеяться. Ага. В клуб, да. Так, здесь никого нету. О, пришла. Но она не убивает. Она только убивает одного или двоих. Она всех не убивает. Дима, у Фредди винты заржавели. Да? Она добрая. Надо пойти смазать. О, я ей голову увеличил. Это она стрёмно. О, вот пришел. Фредди пришел. Он тоже не убивает. Можете не бояться. Да. А вы не двигайтесь. Стой, не двигайся. Он не убьет. Видишь? Да, Мангл тоже не убивает. А ты подойди, Юз, да? Не-не-не-не-не. Не бойтесь, она тоже не убивает. Они просто пугают нас, они не хотят убивать. Дима, ты даже про ты Бонни говорил. То, что не, ну Бонька убьет, да, а Чика не, видишь, она просто ушла. Ох, слышите по вентиляции? Вот сейчас с этой стороны он должен убить. Никогда слева не убивать, с этой стороны убивает. А я вот так стану в углу, проверим, давайте, убьет он или нет, смотрим. Дим, понимаешь, меня один раз аниматроник убил и 4 раза гусь санек. О, Манго, но это тоже не убивает, они просто приходят. Они добрые. Да? Даже как-то скучно. А! Ой. А, ну давай выходи. О, смотрите, кто выглядывает. Ай, ё-моё, дёрнулся я сильно. Ой-ой-ой, ещё раз. А! Ага. Да ну блин, да ну. О, не вернулись. Ой, давайте шкатулку крышку удалим. Нема марионетки. Зато там спрятаться можно. А где она? Раскрыли сюжет ФНАФа. Надо найти ее. Нету ее нигде. Все, я буду прятаться в марионетке. Давай. Руслана сейчас вернется. О, стоит, но она не убивает, когда так стоит. А, не, ладно, убивает. Ой, я застрял. Короче, ребята, подготовил сюрприз аниматроника. Да. Ну и, конечно, и себе, и пацанам тоже. Вкусный сюрприз какой. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Красавчик, молодец. Всем привет, дорогие друзья. С вами Дима из Гусанек, Профит, Фуфло, Угабуга, Макфейт, FM Zoom, Заварной кофе. Пацаны, поздоровайтесь. Привет. Всем привет. Круэт. Всем махаю. Однако, всем здравствуйте. Решили мы записать «Аниматроники пугают охранника», только не так, как обычно, а на 8 человек. Будет 4 охранника и 4 аниматроника. Это будет очень сильно и очень сложно. Если хотите, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Отлично. Идет назад! Да как ты убил на расстоянии? Да ладно, это же честно. Честно? Да как ты на расстоянии? У тебя же руки длинные. Аниматроник резиновая рука, блин. Нет, так не надо, я боюсь. Смотрите, здесь прям стоит Фредди. Вот он. Валяется. Бей его по башке. Уходи отсюда. Это, конечно, очень сложно, когда 4 аниматроника. Скажу, что придется постараться. А как он прошел? Эй, ты кепочник! А, он сейчас назад вернется, это анимация такая, смотрите. Да ладно, читер ты. Все, ушел. Открывай дверь. Нет, другой пришел. Так, Бонька стоит. Уходит. Дайте нам это. Дайте хоть калитку открыть, вы че такие мощные? Можно зайти сюда? А, сюда нельзя зайти. А все, пока, Дим. Эй, вы чё, впустите! Ну, пожалуйста, впусти... А, Фредди! Ой, Фокси! Беги! Мы сбежали? Ой. Отлично! Я живой был до этого момента, ну, блин! Я тоже поддался в этот раз, я серьезно говорю. Живем. Дима. Да. Все-таки не зря я тебя выпустил. Тогда. Фикуля, привет. Стоит, а так внимательно посмотри, не открывать. О, это новые ребята аниматроники, которые мы скачали, последний пилпак. Это как Чика, только синяя, как это очень странное. О, так там стоит аниматроник открывать, пока не открывай. Дима, это Чика, которая переела. А, да? Добрый. Это у него отравление. Невидимый идет аниматроник, смотрите.
Закрывай, закрывай! Ну блин, так, ну как? Открывай, заходи, выходи! Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Если вы хотите с нами пообщаться и позаписывать ролики, заходите в наш Дискорд. Так, понял. Ого, дерево пришло за мутантус. Ого, у него челюха, смотрите, какие зубы мощные. Дай посмотреть. Это прям, знаете, я вам скажу, очень такой страшный аниматроник. Это аниматроник дерева, или как он называется? Зайчик. Деревянный аниматроник. Шел. Он добрый, он не убивает. Ну давай закроем дверь, потому что другой еще придет. Привет, зайчик. Дима, знаешь, он к стоматологу пришел. Да, все, открываем дверь, никого нету. Идет. Я успел, блин. Успел. Стремновато, знаете, дверь еще с опозданием закрывается. Прям перед его. Глич. Все, пусть стоит. Все, у нас, блин. Блин, да что? Да как ты убил? А ладно, серьезно, своего убил? Молодец, ты умеешь пороть бока. Привет. Тех, которые убивают всех. Тогда. Ушел. Так, давайте по камере чекать. Ой-ой-ой. Не открывай дверь, а там кто-то. Вот, смотрите, я, короче, включаю с левой стороны камеру, мы теперь будем видеть, где кто ходит. Хотя бы с одной стороны будем смотреть. Так, стоит, внимательно. Так, с левой стороны пока нету, можно открыть. Пришел, смотрит. Ой, закрывай! Закрывай. Вот это там крики. Идет, Фокси. Я шляпку у тебя заберу. Слышь ты, шляпочник. Ой. Да смотри, он так... Это как так? Я его хотел побить. Кстати, ребята, мы в следующем ролике скачаем назад оружие, черное очко. Я буду их фигачить. Не открывайте только дверь, там Фокси стоит. Я вижу, кстати, стал возле стены. Ребята, мы включили там камеру, мы все видим. Убежал, я понял. Ай, не надо по башке, больно вообще-то. Че он валяется, батарейки поломились? Эй, вот иди ты... заряжайся. Вся. Не, лучше закрой, не открывай. Ну, стрёмно очень. Опа. Марионетка стоит, да мы тебя видим, у нас камера включена. Опа. Да дайте уже это открыть. Балунбой кошмарный пришел. Не, мы не открываем двери, до свидания. О, он себе маникюр сделал. Очень сложно, когда 4 аниматроника, ребята. А здесь, наверное, все. Что, никого? Кошмарный. Не, камеры не переключай, пусть так и будет. Ай-яй-яй. Сразу видно, играем с профессионалами. Дверь просто не закрылась, я на нее нажал 2 раза. А бывает такое, бывает. Здесь не открывайте, здесь невидимки еще лежат. О, опять кепочник пришел. Да я тебе сейчас, знаете, что делать? Посрачник тебе дал. Шкет там. Ушел. Там, кажется, какой-то шкет мелкий сидит. Убежал. Так, с этой стороны. Стоят 2 штуки, не открываем. Все, отойди. Вдвером. Я буду. Какая тишина сразу стала. Тогда... Тишина, да. Мы прислушиваемся, потому что их 4 штуки. Смотрите, стоит, дергается вот, смотри, тут. Дима ходит. Уже ушел. Понял. Сюда вот так включай, чтобы мы видели хотя бы одну сторону. Кто там заглядывает в окна нам? Фокси. Ага, это с этой стороны камера, понял? О, Фокси. Он все зубки, видимо. Мы тебя видим, я фонариком подсвечу. Ушел телепиздрик. С этой стороны еще стоит, не открывайте. Не открывайте, мангл стояла. Он ушел. Фокси здесь стоит. Я ему в глаза свечу. Ай-яй-яй, ну что вы не видите, фонариком подсвечиваете, пацаны. Я дверью убила. Я дверью убил случайно. Ой-ой. Да, закрывай. Уйдите. Я успел. Надо, знаете, что здесь еще, это свет включить? Дайте выйти. Че у вас за новогодняя елка тут, пацаны? Стоит. Закрывайте лучше назад, закрывай! У них не работают тропки! Вы че у вас там с руками? Вот он стоит в углу, вот он ходит здесь. Так, тут кто есть? Так, давайте камеры клацать, не будем открывать двери лишний раз. Давайте переклацывать камеры и смотреть. Так, с правой стороны никого нету, но идет аниматроник. Потихонечку идет. Пока не открываем, пацаны. Дим. Пусть пройдет. Что по времени? Тут чика невидимая, вот здесь вот. Стоит. Так, отлично, ушел. Теперь можно открыть. Все,
Опа, марионетка, я марионетка. Я стою, Дима, если что. Маринетка медленная, насколько знаю, она пока дотелёпает. А, так прикольно медленно идет, это просто жесть. А ну дай посмотреть, а вижу. Это кто, как деревянные ноги у нее или что? Такие звуки странные издает. Уходит. Так, не открывай еще, не открывай. Открывай. Все, можешь открывать правую дверь. Она идет. Закрывай. Закрывай. Смотрите, как ребята надо прям четко сидеть по камере, потому что так они обманывают нас. В данном случае камера нам очень сильно помогает выживать. Так, стоит. Слева. Все отлично. Давайте слева камеру включим. Слева. Я вижу. Так, пока он там трется, балун бой, давайте другую сторону включим. Так, с правой стороны никого нету, открывайте. Их там двое слева. Понятно. Я не буду пока там, да, смотреть, пусть они там трутся. Закрывай, быстрей! Молодец! Вот это ты молодец! Это голова, ребята, очень быстрая. Мы когда записывали аниматроник, какой аниматроник самый быстрый, это самый быстрый голов от аниматроника. Так, можете открывать. Чисто. Открывайте, да. Не-не-не, слева не надо. Справа открывайте. Да блин! А ты смотри, какой хитрый. Хорошо. Есть. А если мины лежат на полу, а потом взорвутся со стены, они будут на полу активироваться или нет? Дима, да, у нас вообще должны. Ламбоев. Все, отлично. Все, теперь мы с правой стороны мы заминировали. Дима, вроде никого слева нету. Так, давайте, открывайте. Ай-яй-яй-яй-яй, заходи. Заходи, выключай, ой, закрывай. Так, а вот слева. Ой-ой-ой, все, пришел. Ну, жизни мы ему не вынесли, да? Нет. Пацаны, я знаю, что надо делать. Поставить. Раз бомбы не работают, я возьму огнистый пистолет. Что вы хотели? Вы думаете, вы нас будете весь ролик убивать? Я вам не дам этого делать. Дима, или вот это. Слышите, кто-то бежит там? Прилез. А ну через дверь можно его убить? Не-не-не, он не прострелится. Нельзя, да, убить? Ну везет. Открывать дверь, я буду сразу по нему стрелять. Всё, повезло, одного убил. Дима. Одного убил. Дима, слева. Дима, слева шкет стоит. Я вижу. Открывайте дверь, я его убью. А он не убивает. Убьется. Че вы теперь, ребята? Теперь мы открыли на вас охоту. Стоять! Дима, открывай справа дверь. А я иду их мочить всех. Я буду просто мочить их сейчас. На! Ай, ну я поддался специально. Да блин, я не попал, просто дрыщ худой, блин. Да, я худой, вопрос. Ай! А, вот так, ребята, это, короче, это война. Они решили на нас жестко напасть. Все. Живым не дамся. На. Ой, лагает аж. На. Ну что, я псих. Я очень сильно разозлился на вас. На. А как мне этот, вот это вот дайте, я выйду, да? Нет, не давайте ему ничего. Все, это война, ребята. А, да откуда ты? Ах ты, вот так значит. Хорошо. Я прибежала, ты меня не убил. Я к ним со всей душой. Ах ты, ну все. Вот это я сильно разозлился, ребята, очень сильно. Извини, обстоятельства. Да не ходи перед дулом, говорю. Дима, как ты любишь? Есть. Да ну не ходите, говорю. Дима, как ходить? Не ходить перед дулом, если ты ходишь прямо перед спавном. Ну я специально это делаю, ты не знал? Дима, смотри, что у меня, смотри. Есть, я убил, я успел. Ой, лагает. Дима, ах ты там... Эта граната их не остановит, они все равно будут проходить. Остановит, На тебе, есть, я марионетку убил. Я убил ее. Я всех мочил до конца. Молодец, из твоей штаны. А, дайте выйду. Здравствуйте. Дима, заходи. Да, мир. Нет. Ай. Я выбрал хорошую тактику, где я их откуда буду мочить. Теперь они мне ничего не сделают. Нате вам, пацаны.
Так, ребята, вот теперь я буду жестко их наказывать. Дима, давай, иди сюда, давай. Там выйти дайте. Ты в главном зале, давай, подходи, Дима. Я тебя раскромсаю. Зачем? Эй! Отлично. А где спасибо. Ты был? А я специально стою в таком месте, чтобы вы меня не видели, я буду вас мочить. Никто ко мне сюда не зайдет, никто. Я в туалете, давай, попробуй, кто зайдет ко мне сюда? Дима, посмотри направо. Спасибо. Да откуда вы что, телепортируетесь? Нет. Нет. А, тут аниматроник под землей может, да, лазить? Какой? Я золотой? Знаю, я все понял. Нет, тут золотой не может. Ну все, Дима, вы не выйдете. Ты удалил. Отлично. А то кто-то ходит, Дима, я видел. Где? А я бомбы ложу здесь по всей карте. В смысле? А как ты прошел? А я вот так вот, я ж читер, ты не знал? Да знал. Отлично, так уже 6 штук бомб лежит. А где ты? Сейчас мы, короче, ребята, кинем. А нет, мы еще на заминируем, я хочу бой. Ай-яй-яй-яй, да кто это? Ты где хитрюга? Рахит? Похоже на рахит. Эй, мне надо проскочить и бомбу взорвать. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, сколько их здесь. Ну все, прощайте, аниматроники. Еще должны быть взрывы. Прощайте все. А что, одна только бомба осталась? Нет. А что, они не активировались, что ли? Вот-вот-вот-вот сколько вам. Вот тогда тебе. Ой-ой-ой, сейчас залагает. Не, вроде не вылетит. Если понравилась эта серия, я на вам подняла настроение. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока.